Томат сорт Клондайк оранжевый. Среднеспелый сорт, детерминантный, высота куста до метра, в среднем 70 см. Крупноплодный. Этот сорт подходит для огородов и для теплиц. Желательно подвязка к опоре, потому что очень много плодов на кусте. Плоды плоскоокруглые, оранжевого цвета, вес 150-400 грамм. Мясистые, сладкие, очень вкусные. Отлично подходят для салатов. Это салатный сорт. Для соков, соусов. Засухоустойчивый сорт. С 1 квадратного метра можно собрать 9-10 килограмм плодов. Понравился сорт? Вы можете заказать семена. Пишите комментарии под видео. Заходите в плейлист сорта томатов. Пересылаю по Украине.